А как вы могли уже заметить, у нас много изменений в новом сезоне. Во-первых, поменялся формат передач. Это все не просто так. Мы хотели создать интересный, яркий, смешной, живой проект. А что получилось, то получилось. Знаете, короче, хотели как-то отличаться от всего того, что происходит на нашем телевидении. На самом деле мы постоянно думаем о том, как угодить зрителям, как сделать наши программы лучше. Кое-что нам уже удалось, правда, да. Если вы не заметили, то к нам перестал приезжать Киркоров. Но, как говорится, совершенству нет предела, поэтому мы решили на этом не останавливаться и провели соцопрос, чтобы выяснить, что еще зрителям хотелось бы изменить в нашей передаче. Признаюсь, результат меня не порадовал. Объясню. Значит, оказалось, что многие считают Зеленского очень много на ТВ. Прямо слишком много. Понимаете, да? Ну, я не знаю. Я не знаю, правда, мне трудно судить. Я из-за съемок не успеваю телек смотреть. Да. Так, давайте еще раз. Не, ну посуди сам, Вован. No. Значит, ты в Чисто Ньюс. Mm. После Чисто Ньюс ты в Рассмеши Комика. Ага. После Рассмеши Комика Квартал. No. После Квартала реклама. И что? В которой снова ты. И что? А после рекламы фильм, в котором ты и немного Брежнева. Ну. Серьезно, Владимир Александрович. Ко мне недавно соседка подошла и говорит, что тебя 5 минут по телевизору не показывают. Mm-hmm. Так вот они всем домом подумали, что в стране Путч начался. Хорошо. А с другой стороны, почему это меня должно быть в телевизоре мало? О, у меня в трудовой книжечке написано «Ведущий телепередач». Понимаете? Поэтому меня бесит, когда говорят «это Зеленский везде». Знаете почему? Куда ни включи, они говорят «везде Зеленский». Люди, это моя работа! Я работаю! Я пашу! Каждый день, как все люди! Я вам объясню, ребят, в чем дело. Я ни разу не слышал, чтобы так говорили, например, хирургу. Олег Николаевич, хватит везде оперировать. Ну, правда. Олег Николаевич, в какую операционную не зайди, вы там уже оперируете. Вы что, не можете вместо себя кого-нибудь, не знаю, поставить там лысого или поставить беременную женщину? Пускай пилит кому-то ногу. Почему нет? И вообще, если ведущим вечернего Киева буду не я, то кто тогда? Кто? Ты, Саня? Нет, Саша, ты не можешь быть ведущим. Естественно. Зрители жалуются, говорят, что ты стал очень толстым. Да. Я толстый? Конечно. Скажи. Блин. Да, Саня, но это не мы, это люди так говорят. Это люди, да. Из-за тебя уже он юзика не видно. Это правда. Так может это... Надо похудеть, Саня. Слушай, может это не во мне проблема? Это не мне худеть нужно, а юзику больше жрать. Слушайте, ребят, идея. А давайте ведущим будет лысый. Лысый? Вы что, издеваетесь? Ребят, как может быть ведущим человек, у которого напрочь отсутствует чувство юмора? Да ему палец покажи. Вот он будет. О, Вовчик, слушай, а может быть тогда пусть ведущий будет женщина? О! Вот такая, Ленка, идея, вот такая. Только где взять эту женщину? Но, как бы там ни было, у нас в коллективе демократия. Мне, как руководителю, очень важно услышать мнение каждого человека. Поэтому я всегда даю всем высказаться. И неважно, это я, Женя Кошевой, толстый этот, или тот армянин, я не помню, как его зовут, с носом, и несет постоянно какой-то бред. Но это не важно. Главное, чтобы был услышан каждый. Ребята, я хочу знать мнение каждого. Поэтому давайте голосовать. Кто будет ведущим вечернего Киева? Хорошо. Пожалуйста. Тогда я за Женю. Спасибо. Может, у меня, конечно, мозги заплыли жиром, но я тоже за Женю. Жека Кошевой. За лысый. Угу. Я за Понятно. Сашу, конечно, худенького, но так как Саша за Женю, я тоже за Женю. Понятно. Привет, ребята. Спасибо. Красавчик. Ну что, Женя, так Женя. Все? Большой привет. Куда? Почему опять ты ведущий? Потому что ключ у меня. А вы что думали, ребят? Да, к выбору ведущего надо подходить тщательно. Я всегда считал, что ведущим может быть только человек с хорошей
с хорошей дикцией. С хорошей дикцией, актерскими данными, возраст где-то между 30 и 40, брюнет, рост где-то 1,70 м. Ну разве я виноват, что так совпало, это подходит под мои критерии. И вообще, в новом сезоне «Вечернего Киева» так много новых интересных проектов, как я могу доверить их представить кому-то из них, когда так хочется это сделать самому?